Все в жизни бывает в первый раз. И случается такой день, когда человек оказывается в больнице. Каждая больница, как театр с вешалки, начинается с приемного покоя. Сейчас мы находимся в приемном отделении Саратовской областной больницы, где существует два потока больных – на плановую госпитализацию и на экстренную госпитализацию. О своем отделении больше нам расскажет Голосова Марина Николаевна. Здравствуйте. Расскажите, плановые пациенты – это кто? Это те пациенты, которые госпитализируются в наш стационар, в профильное отделение при наличии направления, медицинского полиса и паспорта. Пациенты идут уже обследованы при наличии всех анализов. Пациенты приходят к нам, заходят в кабинет приема плановых пациентов, осматривается медсестрой, заполняется история болезни, затем пациент проходит в гардероб, переодевается и проходит уже в свое отделение. Это он уже заранее знает, к кому он должен пойти, к хирургу, к ревматологу? Конечно, пациент уже изначально проинформирован о том, в какое отделение пациент будет госпитализирован. А вы у нас плановый пациент? Я плановый. Мне назначено сегодня прибыть в областную клиническую больницу на операцию. Вот. Оно... А вы откуда? Откуда? Я из города Балако. Недавно здесь был. Приехал, немножко подождал, и 13 числа мне назначили операцию. Все так здорово прошло. Жена у меня побыла только 2 дня. Ну, то есть 2 ночи подъехала. И через день практически, на 2-й день, я уже встал. И я просто восхищен. Работает. Всех работников болится это одно. Администрация второе. Урологическое отделение третье. Есть... начальник отделения Чувашна. Есть хирург, который мне операцию делал. Потемкин, хирург. Многие люди очень боятся больниц. Вы знаете, бояться ничего не надо. Они тут просто виртуозы. Поэтому бояться никому ничего не надо. Здесь просто врачи. Замечательно. Экстренный пациент у нас поступает по скорой медицинской помощи из районных больниц. Экстренное приемное отделение находится недалеко. Пойдемте, я вам покажу. И здесь 2 разных входа для пациентов экстренных и плановых. Потоки разделены. Находится у нас медсестра, которая берет направление, врач осматривает направление, заводится история болезни, и пациент у нас идет в смотровой кабинет для осмотра. То есть все бумаги, которые у него есть, он... необходимую документацию отдает медсестре, полис, паспорт, и врачу отдается направление. И дальше он? Дальше пациент поступает на осмотр в смотровой кабинет. Пациент присаживается на кушетку, измеряется рост, масса тела, измеряется артериальное давление, осматривает врач. Угу. Если необходимы консультации других специалистов, специалисты спускаются, осматривают пациента. После осмотра специалистами пациенту необходимо сдать анализы, поэтому он направляется в манипуляционный кабинет для забора крови из вены. Пациенту забор крови осуществляют, и тогда уже пациент идет на дальнейшее обследование. Пока пациент обследуется, анализы уже готовы. А если, допустим, диагноз не подтвердился, и пациент может уехать домой, правильно? Да, может уехать домой непосредственно с рекомендациями наших специалистов о дальнейшем лечении и тактики. А вы можете вызвать ему такси, как вот ночью? По просьбе пациента мы можем вызвать такси, либо пациент уже изначально приезжает с родственниками на личном транспорте. Люди попадают в приемное отделение в разных состояниях. Какая помощь им требуется, узнаем у заведующего отделением реанимации и интенсивной терапии Сергея Николаевича Щербакова. Сергей Николаевич, когда врачи привозят пациентов в приемное отделение экстренно, ему требуется экстренная помощь? Экстренная помощь оказывается пациент, которому в определенный момент, в данный момент времени непосредственно есть угроза жизни.
при таких вещах оказывается экстренная медицинская помощь. В приемном отделении? Она может быть в приемном отделении, может быть на госпитальном этапе. Если же непосредственной угрозы жизни пациента в данный момент времени нет, то может оказываться ему неотложная помощь. То есть есть временные промежутки, которые мы можем пациента подготовить или к операции, или продолжить какую-то интенсивную терапию. Но на данный момент времени вот непосредственной угрозы жизни нет, не существует. Ну, вся остальная помощь, она, по сути дела, проходит плановая. То есть, если человек шел по улице и упал, ему необходима экстренная помощь? Если есть признаки того, что у человека остановка кровообращения, то ему нужна экстренная доврачебная помощь, да, которая может оказываться, в общем-то, ну, любым прохожим. Основных два критерия, по которым сейчас можно заподозрить остановку кровообращения, это отсутствие сознания и отсутствие пульса на сонных артериях. При этом есть вот еще, вот, да, есть еще, ну, с одной и с другой. Да. Вот, косвенные признаки то, что он синюшность, может быть, бледность кожных покровов, отсутствие дыхания, которое возникает немножечко позже по времени, после остановки кровообращения. И вот в таком случае надо начинать немедленно сердечно-легочную реанимацию. Прежде всего, компрессию грудной клетки. Естественно, освободить дыхательные пути при необходимости от пищевых масс, от рвотных масс, то есть обеспечить проходимость их. И искусственное дыхание рот в рот или рот в нос. Вот для этого, наверное, мы же не знаем, может, человек чем-то болен. Нужно взять подходящий материал, не прикасаться кожей к коже. Ну да, если обезопасить себя, то лучше, конечно, через какую-то мембрану, то есть хотя бы платок тот же самый, носовой платочек можно положить на ротовую полость. И освободить, да, раскрыть одежду, положить руки на середину грудины, выше мечевидного отростка. Раскрытый, руку на руку, да, не, да, в кулаках. Не в кулаках, раскрытой ладони, да, при этом можно пальцы для крепкости опоры немножко сплести. Вот, и делать поступательные движения именно сверху вниз, давлением на грудную клетку. При этом руки должны быть прямые, не согнутые в локтях, с частотой 100-120 в минуту. Ну и глубиной на 5 сантиметров грудная клетка должна для эффективности подниматься. Работать можно всем телом. А искусственное дыхание? Ну, во-первых, надо проверить проходимость дыхательных путей. Если ротовая полость чистая, дыхательные пути проходимы все, то можно приступать сразу к искусственной легких. Если же дыхательные пути забиты рвотными массами или инородным телом каким-то, то их необходимо освободить. Для этого можно повернуть пациента на бок или голову, ну и ватным тампоном убрать. Для проведения искусственной вентиляции легких необходимо, опять же, придать определенное положение головы, чтобы выровнять дыхательные пути для лучшего прохождения воздуха. Да. Для этого есть тройной прием, прием Сафара, в общем, так называемый, когда мы должны разогнуть голову, выдвинуть пальцами челюсть, другими пальцами открыть рот пациента. Но при этом закрывать ему нос, ладонь. Да. Сложно. Два глубоких вдоха в пациента в течение, ну, по сути, одной секунды. И это когда 15 декомпрессий. 30 декомпрессий грудной клетки. Одному человеку это очень сложно, конечно, сделать. Да. Но отсчитываете 30 компрессий. Делайте вдох. Зажимая нос. Зажимая нос желательно, да. Если есть помощник, то, конечно, это удобнее. На самом деле сложно и страшно. Может быть, есть такие состояния, когда человека лучше вообще не трогать. Конечно, вы оцените ситуацию на месте, потому что, может быть, перелом позвоночника, тогда трогать его просто голову нельзя. Никакие приемы Сафара здесь проводить нельзя. Только компрессия грудной клетки и дыхание напрямую. Главное – компрессия грудной клетки даже, в принципе. То есть, если не позволяет дышать, что-либо как-то мешает, то
Все равно надо делать компрессию, прежде всего. Угу. То есть первым делом мы что должны запомнить? Если у человека не определяется пульсация на сонных артериях, то мы должны... Отсутствие сознания и отсутствие пульса на сонных артериях... Необходимы прямые показания для проведения, по сути дела, сердечно-легочной реанимации. Да. К определенному возрасту проблемы со зрением настигают практически всех. Можно ли повернуть этот процесс вспять? И на что способна современная медицина? Зрение, мифы и реальность в следующей программе «Школа доктора».